На пересечении улиц Гамарника и Широнова на трамвайных путях в ночь на воскресенье в результате ДТП перевернулся автомобиль. В карете неотложки медики оказывают первую помощь двум пострадавшим. Осмотрев раны, врачи пришли к выводу, что одну пассажирку необходимо госпитализировать. Вторая же решила обратиться в травмпункт. Горожанки-коллеги на автомобиле Daihatsu Atrai их везли домой. Если бы не рельс, он не перевернулся бы. Он на рельс откинул, об рельс заткнулся. Я ехал с Ленина в сторону Волочаевской. Человек стоял, пропускал все машины. Перед моей машиной проехал, пропустил ее. Я только подъезжаю, потихоньку ехал, причем потихонечку. За вот раз резко стартует и все. Мгновение буквально. 47-летний водитель ехал по первому ряду. По второму, чуть опережая его, двигался еще один автомобиль. Из-за него 21-летний водитель «Короллы» своего будущего оппонента и не увидел. Посчитал, что по главной дороге проехали все, и нажал на газ. Я должен был ехать вперед, ну и тоже дал газу, получается, не успел затормозить вовремя. Удар в колесо, подножка от выпирающих над асфальтом рельсов, и Daihatsu опрокинулся на бок. Серьезнее пострадала женщина, находившаяся на заднем сидении, а стекло она расшибла голову. Предварительный диагноз – сотрясение головного мозга, рваные раны лица. Вторая жаловалась на боль в руке. Виновником в этой аварии будет назван молодой шофер седана, как ехавший со второстепенного направления. За рулем к моменту аварии хабаровчанин провел чуть более полутора лет. С места происшествия Евгения Куликова, Анна Карпова и Степан Симонов.